Поклянемся же, товарищи, что мы не пощадим. Клянусь. Сил. За себя. Для того, чтобы угробить Сергея. Нашу красную армию. За Сашу. Наш красный флот. За ум. Клянемся. Клянемся. Ложь и клевета с толстой буржуазной печати неизменно падали на голову нашей партии на протяжении четверти века. Громадным утесом стоит наша страна, окруженная океаном буржуазных государств. Волны за волнами катятся на нее, грозя затопить и размыть. А утес все держится непоколебимо. В чем ее сила? Не только в том, что наша страна держится на союзе рабочих и крестьян, что она олицетворяет союз верно, свободных националистов, ему что ее защищает могучая рука Красной армии и Красного флота. Отдай ему, мать. Сила ему. Нашей страны, отдай, ее крепость, ее прочность состоит в том, что она имеет глубокое сочувствие и нерушимую поддержку в сердцах рабочих и крестьян всего мира. Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов как стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина, в стан врагов.